какой общий долг? 1 128 000. Выполнял укладку трубопровода, канализация, водопроводы. Ну, я как индивидуальное лицо работал. И общий долг у меня собрался 1 370 000. В 2014 году поставлял железобетонные изделия, то есть конкретно кольца. Это был именно тот случай, когда обида и возмущение переполнили чашу терпения. И даже привычные для многих сельских тружеников боязнь, почтение перед властимущими куда-то испарились. Впервые на нашей памяти тюльчинские предприниматели не стерпели обиду и издевательства над собой, а потребовали вернуть свое, заработанное. В мошеннических схемах они обвинили известную в Тюльчах фирму «Строитель», который оказывал покровительство, по заявлениям пострадавших бизнесменов, тогдашний руководитель исполкома района Рустем Нурулин. В фирме пока все сходит с рук. Предприниматели уверены, что в этой ситуации не обошлось без покровительства, как говорится, сверху. Тем более прослеживается аффилированность этой компании с руководством района. Хоть не явная, но косвенная уж точно. Эту горе-компанию еще в 2011 году создал Рустем Нурулин, ныне руководитель исполкома Тюльчинского района. Тогда, в ноябре 2017 года, когда репортаж вышел в эфир, в программе «7 дней» мало кто из его участников верил, что справедливость восторжествует. Однако сегодня, спустя несколько месяцев, мы можем констатировать – результат есть. Не зря предприниматели заявили о своем возмущении во весь голос. Часть долгов им уже вернули. Кроме того, на этой неделе стало известно, что руководитель исполкома Тюльчинского района Рустем Нурулин покинул свой пост. Совет района объявил конкурс на замещение вакантной должности. Его планируют провести 22 февраля. Гласность чертова в газетах критикуют. Ну? Все. Решил подать заявление. Ухожу в отставку! На этой же неделе был задержан еще один экс-глава исполкома, на этот раз Пестричинского района, Азат Валиуллин. Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблениях полномочиями с раздачей муниципальных земель. Район, напомню, также неоднократно был в зоне критики нашей программы. Но не только муниципальные служащие в сельских районах попадаются на разного рода махинациях. В Казани не так давно следователи разоблачили незаконную схему похищения бюджетных средств. Обвинения выдвинуты против экс-начальника отдела муниципального заказа исполкома Казани и бывшего начальника отдела благоустройства советского района столицы. По версии следствия, злоумышленники разработали целую комбинацию по уводу бюджетных средств, выделяемых на проведение работ по нанесению дорожной разметки. Автобусной полосы вообще не видать. Где автобусная полоса, где пешеходный переход, тут вообще ничего не видать. По версии следователей, муниципальные служащие действовали в сговоре с различными аффилированными организациями. Сначала пытались резко снизить цену контракта на электронном аукционе с помощью подставных фирм, вынуждая остальных участников отказаться от торгов. 9.07 была первая цена, была подана. И в 9.08 снижение уже происходит на 46%. То есть за буквально полторы минуты стоимость упала на 46%. Это делается для цели достигается для чего? Чтобы другие участники, увидев это, что нереально даже цену ставить, ну то есть они в нашем диапазоне находятся, они не ставят ставку. Что и произошло. От лица нескольких аффилированных фирм чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем трех аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. Затем эта якобы строительная компания берет на субподряд реальную фирму, участвовавшую в торгах. Правда, по цене порядка 50% от всей суммы контракта. Можно было побороться, но я еще раз говорю, если бы мы начали бороться, мы бы остались без работы. Без работы, и вообще без денег. Обвиняемые заключали также фиктивные договоры с фирмами, которые якобы выполнили часть работ, деньги за которые впоследствии похищались. Общий ущерб государству от всех этих махинаций, заключают следователи, составил около 45 миллионов рублей. Железная дорога и автомобильная дорога должна была... На этой неделе еще один громкий скандал с возможным хищением бюджетных средств имел продолжение. И связан он с бывшим вице-премьером, министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Владимиром Швецовым. По данным источников интернет-газеты «Реальное время», он, как и его сын с дочерью, попал под подозрение по уголовному делу об афере с уводом имущества УАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей. Пока рано делать какие-то далеко идущие выводы, но мы со своей стороны будем внимательно следить за развитием событий вокруг этого дела. А что у вас здесь?
Вот и мы ремонтируем. Не все ладно из серии здравоохранения, о чем мы в нашей программе вместе с активистами Общероссийского народного фронта не раз сигнализировали. В одной из прошлых программ мы рассказали вам об автосервисе, расположенном на территории скорой медицинской помощи в Казани. По нашим данным, соответствующие органы уже обратили внимание на этот факт. Говорили мы и о тревожной ситуации с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан в республике. На этой неделе стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения республики Елены Шишмаревой. Ее подозревают в том, что она заключала контракты на повышение уровня образования медиков с организациями, в которых сама подрабатывала преподавателем. Следствие продолжается. Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Тимур Бекмурзин, Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов. 7 дней.